Всем привет! А Баба Вера, как всегда, с вами. Здесь няшка просила посмотреть Даши. Ну, кинула в переводчик, как называется. Она перевел меня «Святая мама». Что-то религиозное, наверное. Я так думаю. «Святая мама». Недавно был день матерей, поэтому, наверное, «Святая». Поехали! Принял во внимание все обвинения, прозвучавшие в комментариях. Это судья. За посягательство на свидетелей Гуччи. Гуччи. За внеплановую моргенштернизацию страны. Ой-ой-ой. А также за самую дорогую... жопу. С ума сойти. Все же хейтеры приговаривают Даши пожизненным мукам. В аду. В аду. Даши, ваше последнее слово. А вы верите в Гуччи? Бам! 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 Это она уже в аду, наверное. О, там вся компания. Я смотрю. Ой. Раса. А что Даши? Я в шоке. И что у нас лучшее? Да. Я в шоке, если честно говорить. Да какие были песни лирические. Какие были вообще. Я слушала так. А это... Классные же были песни. Классные. Это поменяли стратегию, что ли, свою. Ну, неудачная смена. Неудачная. По-моему, потеряли свою индивидуальность. Под кого это они косят? Ну, это личное мое мнение. О, я лучше буду слушать ихний «Пчеловод», «Танцы под фонарем». Это мне больше. Я их балдела от них. И буду так... Ну, скажете, бабушка старенькая, ничего в жизни не понимает. Ну, кому это вот... Ну, короче, я могу высказать свое мнение.
Да, времена меняются. Я понимаю, что ищут что-то другое, ищут что-то новое. Ну, опускаться до уровня инстасамки, у той уже крыша поехала полностью. А вот судью жалко. Судью жалко. Наверное, сердечко не выдержит. Бахнуться там же. Я, если честно сказать, хочу назад расу. Верните пчеловода и их треки. Так что треки были классные раньше. Это мне, ну, короче, меня шокировало, шокировало просто. Так что, ребята, пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.